вроде курсоры висели. Ты такой тихий. Не? Да, очень. Угу. Сделай себя погромче, тебя вообще не слышно. Так лучше, говорю. Так лучше. А меня слышно, интересно? Всем интересно. Очень тихо. Может, ты просто игру сделаешь, чтобы вести потише. Они меня здорово отделали. Кажется, мне нужен врач. В смысле? Меня потише? Тебя погромче. Угу. Алло? Игру потише. Возможно. О, сейчас нормально. Так, значит, у нас сейчас начался стрим, ребятушки. Здравствуйте всем. Ребятушки. Дульки-дульки-репетульки. Поехали? Let's go. Так, я сворачиваюсь. В клубочек. Ладно, сейчас доставим тебя к Эль-Грека. К Эль-Грека, к доктору его надо доставить. Я разыскиваюсь. Вот и машина, собственно говоря, приехала сама. Такси. Почему ты вдруг разыскиваешься? А мы же убили там немало людей. И сюда полиция ехала. Все, Джо, Барбара. Ну, он не тпкнулся. Тпкнулся. Смотрелся на стрим, прошу прощения. Ты не можешь вообще не смотреть. Я хотел узнать, лагает или нет. Для этого у тебя есть тьма. Лагает? Нет. Хорошо. Описание. Рост 6 футов, темные волосы, худощав. Да, конечно. Вас понял. Проходим до финалочки, прямой. Да, так и сделаем. Да ёбаный в рот. Слушай, Вита, спасибо, что пришел на помощь и рисковал своей шкурой. Мы же с тобой в одной лодке, а? Как всегда. Угу. Теперь расслабься уже, пока ты мне все штаны кровью не забил. Да, уже до финала дойти осталось и все. Нашел, мать твою. Хай, Владимир. Здравствуй, Владимир Поморцев. Пиши, если что. Капот отлетел. Это дефолт. Так, значит, нам надо сейчас... Никогда не понимал, почему капот не закрывается. Вот если честно. Ну попали по капоту, и что теперь ему не закрываться, что ли? Ну как бы да, тем более, если он закрыт. Да, тем более, если он защелкнут. Никогда этого понять не мог. Ну да ладно. Так, в прошлый раз мы сюда вели этого Генри. На этот раз поведем сюда Джо. Джо. Джо, Джо, Джо. Какая интересная воротина. Нормально, да? Помочь? Не, справлюсь. Что делать с деньгами? Отвези Бруно. Ладно. Хоть с этим разберемся. Какие ровные зубы. Добрый вечер, господа. Так, что с вами случилось? Привет, док. Мне надрали задницу. И я харкую кровью. Да что за день такой? Тут еще один из ваших. Что? Его зовут Антонио Бальзамо. Тони Бальзам? С ним что? Кто-то его крепко отделал. Боюсь, ходить он больше не сможет. Что? Интересно. Это тебя удивляет? Вся эта кровь, смерть. Вы сами выбрали такую жизнь. Рано или поздно везение кончится. Кто следующий? Не надо морали, док. Есть время подлатать Джо. Да.
Но придется подождать, пока я закончу с Антонио. Ну ладно, док. Ладно, заходи. Главное, уладь все с Бруно, хорошо? Главный прикол в том, что в начале игры говорится, как мафия круто. Поправляйся. А уже ближе к концу, как это плохо на самом деле. Ну, типа, да. То есть игра не, как бы... По ходу игры объясняется, что мафия не так классно, как хотелось бы. Ну, вроде как шикарно живешь, типа, деньги, да, бабы. Да, но на самом деле все время на грани риска. Постоянно приходится участвовать в перестрелках. Каждый вот эти риски жизни и все прочее. Да. Да и денег не так много, как... А еще хочу больше ты поначалу. Я? Нет, ну, в смысле, просто говорю, денег же не так много, согласись, как... Ну, да. Как мы думаем, все равно мы воруем машины и прочим занимаемся. Ну, Джо Барбара так рекламировал, это, конечно, все. Да. То, что я за это за месяц ну, заработал. Ну, то у нас... Других вариантов-то и не было. Проходить-то надо. Нет, я... А куда еще деваться? Чтобы нормально жить. Сестре-то нужна кипа денег. Мама болеет. Мама болеет, да. Куда деваться, нет? Какая же тут езда классная. Недавно ты ее хаял, ну да ладно. Хаял я ее на машине серенькой. Рубани радио. Да-да. Адский разгон. Так что, привет, Петр. Постоянные зрители. Ага, новые постоянные зрители. Старые куда-то делись. Скорее всего, из-за перерыва, как обычно. А может, они мафию не хотят смотреть? Не знаю. Ну, странно, Максим вроде просил. Да, долго у нас просили вторую мафию, у нас были с ней постоянные неполадки. Блин, ты сейчас чуть в воду не улетел. Да, я бы проиграл сейчас. Финал, да, сейчас будет финал уже скоро. Вчера были неполадки с интернетом, из-за чего продолжить не смогли. Ты сюда? А, это с другой стороны вообще. Был у нас такой Андрейка. Вот с нами еще с самого начала. Он вроде как остался, но он вроде остался, как и просто нет. Он только на КС приходится. Иногда. А мафию вторую нас просили, вот только вот с Definitive Edition нас она запустилась. Потому что прошлая версия до этого она вылетала постоянно. Да. Постоянно вылетал. То есть мы проходили вот эту военную миссию. Ну и сколько, 5 раз пытались начать прохождение? Примерно. И хрен там. Так, ну мы прибежали домой. Эй, мне нужен пропуск. А. Деньги принес? Да. К нему. Заходи, тебе повезло, мы уходить собирались. Добрый вечер. Ты принес мне деньги? Или хочешь продлить срок? Вот они. Признаться, я немало удивлен. Я слышал, что у вас возникли проблемы. Да, верно. Мне сказали, Генри погиб. Меня это очень огорчило. Айзек, считай. Значит, ваше предприятие было успешно. Деньги я вернул, так? Конечно. Только вот весь город стоит на ушах. Китайцы решили, что итальянцы на них напали и пошли войной на Винчи. Это нехорошо. Это имеет отношение к тому, зачем вы занимали деньги? Прости, Бруно, это не твое дело. А, спасибо, Айзек. Смотри, все узнаешь. Я даже не знаю, как тебя зовут. Вито. Вито... Вито Скалетто. Витя с Кастетом. Я знал одного Скалетто.
Но должен сказать, ты лучше отдаешь долги, чем он. За него пришлось расплачиваться его бедной жене. Так это у тебя мой отец занимал бабки? Твой отец. А, яблочко от яблони. Я вижу, ты не одобряешь. Но я же не заставлял его влезать в долги, таки верно? И тебя таки тоже. Если понадобятся деньги, ты знаешь, где меня искать. Точно. Владимир, ответь на вопрос человека. Спросили в чате тебя. Через тернии к звездам. О, еще и роман здесь. Я не мог заснуть. Здравствуй. Дела шли паршиво и грозили стать еще хуже. Рано Бруно... И тогда на нас ополчатся не только винтики. Еврей, который дает в долги, работал на китайском... Донт! Не, не донт. Месяц неплохо. Приятно. Уважение, свобода. Я все это даже получил, более или менее. Ростовщик. Бруно, ростовщик. Но вместе с тем пришли тюрьма, постоянный страх. Брал деньги у китайцев, раздавал их. Бедным. Да, бедным. Вот только потом убивал бедных, если они не возвращали. Ну, не убивал, еще что-то. Но прикол в том, что он под проценты давал. Типа, если ты месяц не отдал, то тебе плюс 10 тысяч. Под бешеные проценты. По-моему, не месяц, даже неделю. То есть мы занимали у него 30 тысяч. Да, алло. Вернуть должны были 55. Ну, как бы, понимаете, я думаю. Дай угадаю. Ты хочешь, чтобы я приехал к тебе с пушкой прямо сейчас? Как ни странно, нет. Карло ждет тебя в планетарии. Он сказал, в чем дело? Нет, лучше приезжай сейчас. Не заставляй его ждать. До встречи, Вито. Карло нас ждет в планетарии. Как оденемся на 15-ю главу? А? Вот так вот. Давайте тогда будем ходить уже на Брутале. Салам, Уматокс. О, Уматокс. А Петр, насчет первой герсы. Мы уже начали это делать. Пожалуйста. Мы тебя переделили. Эй, старик, ты вернулся, да? Давай, лезь в машину. Лео, но... Лео Галанта. А вы... И снова это мать, наш да. друг, мистер Чу. Чу. Да. Чу, чай себе. Лео? Что такое? Это из-за тебя. Ты капитально облажался. Войну, блин, устроил. Понятия не имею, о чем ты говоришь. Не хитри мне, парень. Я об этом бизнесе забыл столько, сколько ты в жизни не узнаешь. Половина наших убиты, половина людей мистера Чу убиты. А теперь еще федералы дышат нам в затылок. Из-за тебя. Лео, слушай. Ты слушай. Если бы не Кто я, смотрит? С тобой бы уже давно разобрались. Куда-то в окно. Так что выслушай, что я тебе скажу, и выслушай внимательно. То, что ты натворил в китайском квартале. Козла Гена, так ты знаешь, на кого он махал, когда сдох? То есть, когда его на фарш пустили? Он работал на федералов. Он сучился. Поэтому парни мистера Чу так и поступили. И поэтому теперь федералы висят на Карло. Но я друзей не забываю, Вит. Ты спас меня, а я тебя. Я поднял свои связи и выбил тебе один шанс исправиться. Ладно, я слушаю. Убери Карло. Сделай нам одолжение. А если я откажусь? Умрешь. Фрэнк и комиссия голосуют за твой труп. И мистер Чу. А ты еще и поручился за крысу. Думаешь, Карло это тебе спустит? Ты уже ходячий труп. Когда так, а Карло у нас кто? Каждая минута промедления. Карло это дон генерал. Другой мафии. Понял. Карло и Винчи. Он в своей обсерватории. Оставшиеся доны. Знает, чем пахнет. Карло Фальконе, кто угодно, но только не дебил. Ну, в окошко смотрит, я понял. Теперь в другое. Остановите. Да. Помни, мальчик,
Это твой последний шанс. Что ж, ни хреново мы закрутили так. Ну да, 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 да. Ну это финалочка, уже можно как бы подождать чуть-чуть. Стой, тормози! Ну-ка, ну-ка. Она пропадет за поворотом, держи в курсе. Ну, в принципе, логично. Иначе грузить ее до самой обсерватории было бы. Ну или докуда она там есть? Было так, бы. Теперь нам надо тяжело накладывать. До обсерватории. Бейте Карла Фальконе. Так, фу. Нифига он живчик, его обруль долбанули башкой, он такой, ладно. Че там есть кто в чате? Да, там так кто до хрена кого есть. Че там у Мотокс здесь? Мотокс пришел, Санька. Да. Мотокс, Владимир, Петр, кто там еще сейчас? Роман. Роман. Который еврей? Преследую гонщика. Почему еврей? Который мы спорили, то, что он армянин или еврей. Кстати, кто ты? Я что-то не помню, если честно. Ну, который Кесселин... Ну, я не помню, что мы пришли в итоге спора. Да, Кесселин или как-то... Кесселин Буген, по-моему, такой. Катсен и Еленбаген. Катсен и Еленбаген, во. Или Катсен и Еленбаген. Очень сложно. Я не знаю. Ну, еврей или армянин? Я думаю, еврей. Катсен и Еленбаген? Я не знаю, правильно я прочитал фамилию, нет? Черт его знает. Никогда не встречал такую фамилию, если честно, в жизни. Мухаммед встречал, а такую нет. Мухаммед, дружок из Ташкента. А что это были за приколы? Выстрелил нам в стекло. А это мафия, за нами ведь охота. Все мафия, вся мафия по нам стреляет сейчас. А, понял. Это типа одна из трудностей, чтобы доехать до обсерватории. Ну, из-за того, что мы не особо высокой сложности, типа... Ах. Блин, Артур, ты сейчас ставишь на волоски. А ее виляет просто. Не нарушил правила, да? Обгонял по левой, надо было обгонять, но я обгонял по правой, поэтому... Ничего страшного, да? Да. Обычно вот так обгоняют. Примерно так это и кончается обычно. Дрифт машин. Если честно, какая-то неуправляемая. Я ждал первую попавшуюся. А, куда мы приехали? На кладбище? Класс. Ты промахнулся. Ты облажался, Вита. Сынок, ты был неправ. Сынок, ты облажался. Ты одел клетчатый костюм с полосатыми штанами. Ты попутал ветра? Привет, парни. Привет, Вито. Босс хочет тебя видеть. Да. Круто. Я бы тоже его повидал. Только... Только одно, Вито. Отдай мне ствол. Ну ладно. Держи. Хитро. Слишком. А, ну держи. Как по мне. Так что, знаете, ребят, на будущее. Карло Фальконе, что угодно, но не дебил. В комментариях? Нет. А ведь это Лео сказал. Ну да.
То есть можно назвать его кем угодно, только не дебилом. А вот есть пидорас, блин. Идиот. Дилетант. Кто угодно, но не дебил. Капец, он живучий. Умер. Чего они на Томпсон лезут, непонятно. Салам алейкум, Семен. Семен Семенович, Асисич. Асисич Лёха, это у нас Семен Семенович, да. Он не умирает. Сдох. Странно, что ты по плащу. Его как бы не убил. Точнее, не попал по нему, ему что-то как-то не понравилось. Снимаешь шляпу перед вами, сэр. Салам алейкум. Что ты сделал, Артур? Все, я взял он по 40 себе. Так у тебя же было? Нет, нет, у меня не было. А куда она делась? А где он? Снизу стреляет? Я что-то тоже не пойму. А вон шляпа, шляпа, шляпа. Это не шляпа, это глобус. Подожди, откуда по нам стреляют? Видимо, он и стрелял. Да. Ну и весь. Он, видимо, вот так стоял. А, видимо, да. Логично. Фу, бедная птичка. Где-то сзади меня враг. Да. Круто, что не умирает. Логично, в принципе, от двух патронов всего. Я также. 2-3 патрона, и у меня уже пол хп нету почти, ну, больше, чем пол хп. Ну, короче, еще один, короче, где-то 4 патрона, и ты минился. Что, не достает, типа? Слушай, с Томпсоном, конечно, не так выглядит плащ, с МП-40 покруче. МП-40 поточнее, явно. Не, ну, может, конечно, в самом расцвете сил. Носит по 4 ствола весом курфрам 2-5 килограмм. Курф алейкум ассалам, брат. Курак инсай, курак инсы, курак инсай, инсай скорее. Это будет, кстати, опасно. Вот эти залы мне напоминают первую мафию в аэропорту, помнишь, миссия? А мне первую мафию финалку напоминают. И финалку тоже, да, кстати. Только там народу было поменьше. Хотя как поменьше? Там, где мы Сэма убивали, там примерно столько и было. Да. Но, блин, там была максимальная скорость, мы там 30 раз перепроходили. Мне кажется, было бы быстрее на низкой пройти до этой миссии, чем если мы на высокой проходили все это дело. Блять, не очень неудобно. Ну ладно. Место говно выбрал. Хай ваш. Ваш зритель. Хай. Хай ваш, блять. Ну не хай, ваш зритель. Хай ваш, левач. Вообще, пацанчик не к месту подошел.
Через шляпу. Можно не стрелять, когда они красные. Через шляпу пролетают. Подайте, когда красный прицел светит. Патронов нет теперь. Да кончились все патроны, забей. Да ебать, сосись от стенки. Да он просто на стенку присасывается, непонятно зачем. Как в Гирсе. А ты говоришь? Чё? Тесла. Это музей. Ты говоришь? Да, Саша Васильев, скоро конец. Вообще, мы должны были вчера это пройти, но... Вообще, теги финала работают. Да уж. Вот и он, собственно говоря. Смотрите, Саша. Музей-то? Ух ты, нихрена прикольно. Жмур бы оценил. Правда думаешь, что они спустят все, что ты натворил? Хотя шестерки никогда не видят всей картины. Но твой приятель все понимает. А, Джо? Это что за хрень? Я могу спросить тебя о том же. Верность — странная штука, да, Вита? В этом деле друзей не бывает. Твой дружок Лео тебя этому не научил, пока ты у него сосал за решеткой. Ты просто шестерка, Вита. И всегда я ее буду. Когда ты наконец поймешь? Джо, просто доверься мне. Думаешь, мне не класть на федералов и этих старых пердунов из комиссии? Они используют тебя, Вита. Как Клименты используют. Как я тебя использую. Как эта крыса Генри. Ты поручился за эту мразь. Привел его в мой дом. А теперь, тупой болван, ты за это заплатишь. Давай, Джо. Эй, собираешься нажать на курок? Ну давай. Чего ты ждешь? Вита. Давай убьем подонка. Помни, о чем на счет три. Раз. Давай. Два. Ну. Ух уж эти непробиваемые сердушки. Что-то не убиваем. Джо тупой просто, забей. Я думал, он смотрит в ту сторону. О, слава богу, нет катсцены. Миссия. Эти чё? Это Джо? Да. Так-то он нам всю правду сказал, то что типа да, мы шестерки. Я даже сказал наемник скорее. Если деньги платишь, окей, выполним миссию. Только будешь пистолеты перебирать. Справа вылезла голова. Да, блять, я не могу взять им по 40. Ой, это... Там патронов нет. Вот этот. Ну, три, по-моему. Ой.
ХП увеличенный, понял. Криворукий Джо. Ну все. Ну да. Все, убили. Знаешь что, Карло? Последние 10 лет я только убивал и все. Я убивал за свою страну. Убивал за свою семью. Убивал всех, кто переходил мне дорогу. Но это... Это для меня. Пошел ты! Долбанный хрен. Озвучка классная. Очень надеюсь, что вы знаете, что делать. Не волнуйся, все на мази. Увидишь. О чем он тут говорит? Он сделал мне предложение. Вот и все. Да, это-то я понял. Какое предложение? Он хочет, чтобы я тебя убрал. Сказал, что сделает меня капа. Даст свою команду. В общем, все, о чем я мог мечтать. Да? И почему ты этого не сделал? Помнишь, ты мне 5 баксов должен. Ну и все. Нет, еще не все. Это еще что? Порядок, Джо. Готово? Готово. Ну ладно. Тогда есть что отпраздновать. Поехали. Навестим девочек. Мне нравится. Старый хрен точно навестишь. Нам нужно еще поговорить. Ладно, увидимся там. И теперь, да, действительно, все. Ладно. Что там за тайны? Это еще что такое? Куда они везут Джо? Прости. Джо в сделку не входил. Максим Крутунков пришел. Хай тебе, ну, поздновато ты явился, конечно. Вот она действительно реалия жизни мафии. То, как оно. Ребят, кто плачет, есть. Я вас могу усмирить. Не плачьте, пожалуйста. В третьей части он живой. Шучу, он сдох. Нет, ну действительно, то, что было в начале, типа, все будет классно, вы будете жить там богато. Это неправда, ребят. Ну, вообще так-то да. Правда то, что было уже ближе к концу. Сплошные передряги, смерти и ничего хорошего. Всем должны, всем нужны, а потом в результате вас самих и убирают, потому что потому вы слишком что вы... много сделали. Да-да-да, слишком жесткие стороны. И нужны новые типа... фигуры. Да-да-да, которые будут мелкие, которые не будут о себе ничего требовать, у вас просто умрут. Поэтому да, конечно. На этом... Всем спасибо. Скоро третья. Заканчивается. Скоро третья, скоро первая герса. Всем спасибо, всем пока. А, стойте, не может не пока? Может у нас доп-контакт здесь еще? DLC-шки пройти. Давай. Не, ну давай, конечно. Что-то совсем малый стрим. 30 минут. Так, коллекция, это, конечно, все прекрасно. Вот, дополнительный как-то. Battle of Jimmy. Ну, давайте-ка пройдем. На низком пойдем. Сразу мафия вылетает. Тогда всем пока. Ну, наверное, да. Вообще можно попробовать еще раз. Не зайдет, ну что. Ну ладно, тогда. Биби, Бобо и ББ. Спасибо за присутствие. Чат был просто безумен сегодня. Ставьте лайки, всем пока. Лёш, твое слово. У нас всегда немногословие.